Алло? Алло, Серега. Да. Ну, короче, никто ничего у них там не забывал. Ясно, знать. Может, малышня там оставила. Ну, это может быть, вот мне показалось, может быть, это даже Максим. Ага. Вот этот Макеев, потому что вот фиг. Ну, посмотрим, пусть я его положу сейчас в ящик, который сегодня же Денис шкаф. А, ну ты, не знаю, с камеры еще посмотришь. Стасян, ящик доделал, сделал. Сундук. Я сейчас в него запихаю, положу. Все, уже до завтра. Все, Серый, ты уже там этот на остановке? Да вот, как раз вот подъезжаю сейчас на остановку. Все, добро. Пути просто. Вот. Если что, это до встречи, а так пока ориентир до завтра. Все, лады, если что, пиликнешь тогда. Я тоже сейчас заканчиваю, выдвигаюсь. Все, если заберусь к тебе, я тебя наберу. А так... Я понял, да, если что, до завтра. Серый, все, доброго пути, всем здравия. Что здесь? Рюкзаки. Забыл, а что здесь рюкзаки? Эх ты, ёбаный урод, а здесь... Чей? Руслан Матвеев, Руслан Станиславович. Ясно. Матвеев, Руслан Станиславович. Так, а чей же телефон? Серый, я открыл рюкзак этот, тяжелый он, здесь, короче, это учебники разные, это Матвеев Руслан Станиславович. Это вот все, это сегодня паренек один приходил, да, я его, короче, вниз охране спущу и скажу, что если вдруг, я сейчас пытаюсь, я что, хотел посмотреть, телефон, может быть, какой-то родитель там или куда звонить, но вот этот, не совсем понятно, это в том плане, если вдруг тебе там кто прозвонит, то, ну, этот, если что, на... Ага, ну, скажу, что это, внизу охрана надо... Я нашел телефон классной руководительницы, я сейчас ей позвоню. А, ну, вот он сейчас. В дневнике я открыл, здесь список преподавателей, и вот нашел телефон класснухи. Сейчас прям это, ну, все, Серый, это тогда все, доброго пути, сейчас я разберусь. Алло, Ирина Алексеевна. Какая Алексеевна? Ой, простите, пожалуйста, это Астафьева Ирина, я то есть просто не... Да, сейчас я, в общем, скажу. Я Яшин Сергей Геннадьевич, воспитатель в клубе воздушно-силовой атлетики. У нас ребята занимаются по адресу Полтавской, 17А, это город Покровск, вот СТЦ. И у нас оставил рюкзак, представляете, с вещами. Матвеев, Руслан, сейчас, секундочку... Вот, и вы могли бы его родителям позвонить, он все учебники здесь оставил в рюкзаке. Конечно, да. Могли бы сообщить, хорошо? Я тогда на охране внизу в СТЦ оставлю, простите за поздний звонок. Ага, все, поняла, спасибо большое. Угу. Все, всего доброго, до свидания. Да, вот это ученики, ребята.
Так, в понедельник. Будьте здоровы, до свидания.